Так, кто тут у нас? Здравствуй, дорогой друг, ты на канале Манкин Геймер, это у нас прохождение Киберпанк 2077, так что подписывайся на канал, ставь лайк обязательно, если не успел, комментируй видео, шарь в соцсетях, и мы поехали продолжать наше замечательное прохождение. Это уже поди у нас 15 серия. Так, мы уже тут уложили агента, насобирали кучу всего, наделали кучу всего. И сейчас надо еще, кстати, нам мы забыли прокачаться. А здесь я могу что-то делать? Уровень. А, это мне надо это качать. Вот это. Ну ладно, блин. Так там он будет. 5 уровень. Это у нас 13. Сейчас зайдем сюда, и здесь нам нужно все прокачивать. Вот здесь звучный пулемет, нужно в бою, блядь, перезарядка звучный пулемет ускоряется на 20%. Вероятность критического попадания при стрельбе из древних звучных пулемет повышается на 10%. Пусть я беру вырка, скорость повышается на 10%. Ладно. Поехали. Так, мне сейчас отсюда типа выходить надо. Мы уже так хорошо все прокачали, прям вообще. Да. Так, мне не сюда, мне вот сюда. А что у меня там еще? Создание лучше. Так, у меня еще компоненты подали обычно, которые, кстати, можно накупить, потому что денег у нас 42 тысячи. Открыть можно. Так, нам сейчас надо отсюда выбраться. Надавать пиздюлей этим вудуистам. Потому что они реально нас обманули. Они нас на верную смерть послали. Сами не захотели в разборках никаких участвовать. Все вот это вот все делать. И сказали, чтоб я пошел. Потому что мне, видишь ли, это кто, блядь? Вудуист. Мне их отпиздить или оставить? Твою мать, и Вива. Добраться до отеля Ботти. Ты же этого хочешь? Конечно. То я могу отвезти. Поехали. Поехали. Гадкой. Так. Сейчас, блядь, поговорим. Сейчас, блядь, так поговорим, мало не покажется. Я думал, ты все. Ты заранее все спланировал. Ты не собирался оставлять меня в живых после заказа, да, ублюдок? Нет, ты не прав. Мосли тебя обманул. В пизду, Мосли! У меня у самого глаза есть. Я же прав, да? Мы потеряли связь, это нарушило план. Хуйня. Я видел, как вы стираете агентов. Не надо пиздеть, что это все было без твоего ведома. Так что не держи меня за идиота. Ты вышел на поле боя. В тебя попали. Вот и все. Я должен был вытащить своих. Они для меня важнее всего. Мы пытались спасти тебя, но Мосли, он сильнее, чем мы думали. О, конечно, да. Я хочу поговорить с Брижит. Поговорить, спасибо. Я сходил в ГИМ, выполнил твой заказ. С тобой мне больше не о чем говорить. Ну да, все, охуел. Где Брижит? Это Брижит. Это еще не конец. Дозор вернется. Ты же не возьмешь его с собой в крипту? Он же Аньон. Таких сотни. Ты видела сканы? Сотни. Да, видела. Плести пиздюли, когда мы проходим. Ты тут Мунсоти. Ты, наверное, Брижит. Сложно было тебя найти. Брижит. У тебя ко мне дело. Получается, ты знаешь про биочип. Да, и мы должны его проверить. Много узнал из моих сканов. Уж точно больше, чем Пласид. Ты узнала биочип, потому что сама искала его раньше. Нужна проверка. Ты выжил, значит, удар принял конструкт.
Пласидом мы, честно говоря, не сработались. Я терпеть не могу, когда от меня что-то скрывают. Да еще это его злобное бормотание. Меня уже трясти от него начало. Да и, кстати, что значит Раньон? Я все объясню, но сначала посмотрим, в каком состоянии биочип. Если с ним все в порядке, мы дадим хорошую состоянии. Цель. Биочип не продается. И силой вы его не отберете. Он был в херовом состоянии еще до того, как я попал в ГИМ. Он не работает? Все не так плохо. Просто никто не знает, как его вытащить из моей головы, чтобы я не сдох. Вам надо было, чтобы я его выкрал. Значит, у вас могут быть идеи, как мне помочь. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашел? Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Биочип. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я еще не настолько отчаялся. Разве ты не надеешься на нас? Может, есть варианты, про которые я еще не знаю. Наебщики ебучие. Надеюсь, ты вернешься до того, как время выйдет. Вернусь, блядь. И дам вам пиздюлей. Вернуться, бежит и принять тебе предложение. Не понял. Мне сейчас уйти надо, типа, бля. Новое задание, человеческий фактор. И чё? Добавлен новый контакт. Там мама ближе. Контакты. Одись ты куропатка. Мама ближе. И что мне делать? Алло, блядь. Это нормально, типа, если вернуться к Бриджит и принять ее предложение? Странно, блядь. Ладно, я дам тебе доступ. Финальмон, иди за мной. А что у меня там по шмоткам? Что добавилось? Так. 617 единиц урона. Хорош, блядь. Так, у меня не хватает комплекта. Вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаити. Теперь мы справляемся без них. Они что, с богами наёбщиками были? Без, блядь, один на кого, блядь. Сюда. Надо было сохраниться перед этим. А как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеки. Пласид не знал, он... Юмбетиба. А нахуй ему знать, конечно, она все бабки хотела себе приорганизировать. При это самое, блядь, забрать. О. Так, а что здесь, блядь? Включить. Не понял. И все. О, блядь, хорош. Так, какая-то шмоточка у меня. Сюда. А еще что есть? А что мне надо посмотреть? Снаряжение. Так, 65. Хуйня. Армейская водолазка. Так вот. Разобрать ее надо. Ее надо точно разобрать. Я. Это ваша будет. Армейская водолазка. Так. Немножко добавилось вот этих вот самых. Этих вот, блядь. Улучшения можно было сделать. Ну, еще пока не можем.
Куда мы идем? Скоро увидишь. Ну, в такую жопу меня ведет, пиздец. Как отсюда выбираться? Ой, для колбас. Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Глисты замучили. Странно. Я не дал ему времени. Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет, часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Война была какая-то жесткая, да? Vieux et courant. Скрыться, блядь. А шмотки есть какие-то? Я ничего. Ничего не вижу, но... Ведем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с конструктом. Так, так. Да, понятно, зачем, блядь. Не зачем вам терроризм, все вот эти вот дела, блядь. Мы хотим связаться с Альт-Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт. Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт-Каннингем. Слышал о ней. Да? Где? От кого? От Джонни. Джонни про нее рассказывал. Правда, немного. Джонни? Думаю, самое время ей сказать. О чем сказать? О нас. Конструкт активен, и мы с Джонни можем болтать время от времени. На это мы тоже посмотрим. Ты мне не веришь? Думаешь, я разговариваю с вымышленным другом? Мало известно о том, как энграммы взаимодействуют с нейронной сетью человека. А вот мне известно, для человека это добром не кончается. А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть энграммы Сильверхенда. Альт ее узнает, если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. За черным заслоном? Ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон. Только что сказала. Давай. Коннекция экстаб. Ну поехали. Можем работать. Что теперь? Чип под яйца порозить можно, блядь. Наебала она. Еще подсыпают, блядь. Че, с бошками залезла? Сейчас вытащат Джонни, блядь. И потом мы с ним будем террористами, блядь, на все життя, блядь. Так, чё там? Где мы? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Дота 2, блядь. Ладно, что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт. Только о ней. Это займет всего... Брижит. И чё? Алло, ку-ку. Работаешь? Ничего не сломалось? Что происходит? Это перед тем, как его замочили, что ли?
right away! Красиво. Джонни! Да какого хера? Ты перегнул! Сильно! А теперь что? Что будет дальше? Вытащишь на сцену корпората, свяжешь его, обольешь бензином и подожжешь! Сука, это не твоя личная. А что делать? Ты тут не один! Но идеи-то только у меня есть. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись! Ебать, рокер-террорист здесь. Блять. Это из-за концерта или Керри? А? Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Да вы заебали это, блядь. Ой, ёк твою мать. Это, блядь, удивительная графа, блядь. Че, все, блядь? 30 секунд, блядь, идет на рекорд. Можно ты говно пропустить, блядь? Ой, блядь, а вы задрали, блядь. Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. А, то есть ты хочешь меня перевоспитать? Ну что ж, не ты первая, поверь мне. Очень надо. Я в такие игры не играю. Просто хотела сказать, что ты сам себя обманываешь. И только ты можешь с этим что-то сделать. Имей в виду. Ты, наверное, что-то попутала? Мы встречаемся, чтобы трахаться, а не чтобы ты ебала мне мозги. На сегодня я уже наебался под завязку, так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... Так что просто заткнись, пожалуйста, Альт. Помолчи хоть раз, окей? Неужели так трудно? Ты безнадежен. Ты ни хера обо мне не знаешь. И нас ничего не связывает. Пожалуй, кроме секса. Ой, фу, блядь, их твою мать. Эй, ты куда? У меня встреча. Силверхед! Эй! Мощно выступил!
Черт, спиды кончились. Само собой. Ну, а можно это говно пропустить, блядь? Ну, блядь, не тебе завтра. Сколько ты еще будешь? Завтра снова играем. Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? Иди. Отвали. О, какой он у тебя крутой! Че, все? Нет! Уйдите от меня! Джонни! Не трогайте меня! Что такое? Неплохо тебя отделали. Это Виктор, брат. Да, Виктор, блядь, молодой Виктор. Вообще без тату. Ну давай, подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Нет, он так, ладно. Это не Виктор. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Рассказывай. Они приехали за ней. А ты просто был рядом. А ты стояла задумчиво, дрочила из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет, материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли, черт знает куда. Ты будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Думаю, Альт – случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Росака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Окей. И чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер?
Они нагнут нас всех. Душегуб обнулит любого нетранера, который хотел... Остальное расскажешь по дороге. Что вы сейчас за Джоди играть будете? История стара как мир. Арасака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Выйти из клиники Чупакабрис. Ну, а давай, ты что? Пойдешь со мной? Куда? В Арасака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? Ага. Пойдем, сможешь посмотреть из-за угла. Все, как ты любишь. Я буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Сядь. Не рыпайся. Найти бес. Сильверхэд! У меня тут счет с твоим автографом. Это точно не она, да. Только я тебя прошу, не мешай его. Ну где бесит? Либо. Смотри-ка. Алло. Вспомнил обо мне? Не понял. Ты тут бестию не видела? Нет. Джейс ее видел. С новым мужиком. Это нарочно. А где она, да? А что? Не пойму, ты же получила аванс. И мы ищем для него книжку? Выглядит как книжка. А на самом деле какой-то монотех. Где ты без тебя? Я без понятия, что это. А он не то, что бы хотел объяснять. Выглядит как детская книжка. В чем дело? Вы что, все сговорились? Си. Ничего. Отсыплешь мне сахарку? Я подумаю, милый. Только ты тоже для меня что-нибудь сделай. Все, что ты хочешь. Только не сейчас. Я спешу. А где она, блядь? А, назад, типа, я понял. Тебе что-то нужно? Или видел бестию? Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Ёбаный в рот. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Найти бестию, блядь. А это кто? Это бестия? Забыл, кому обещал эту работу? Или ты хотел убить его два раза, чтоб наверняка? Люди Рэнди оказались быстрее, вот и все. Это что, были гонки, блядь? Ты видела, с кем он разговаривал? Мне нужно... Прикол, блядь, а где бестия? Извините, я не Джонни. Ты на что пыришься? Ау. Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там?
Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу этот город. Джонни. Я тебя не знаю. Это не проблема. Главное, что все знают Джонни Сильверхенда. Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. У меня тоже есть для вас заказ. А, ты не полетишь с башни взрывать, блядь. Ты из-за нее, блядь. А, я заплачу. Сколько? Все, не лезь. Да хуя. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. Значит, раз он... в этот раз будь умнее и возьми деньги вперед. Ну так сколько, Рокер? Я плачу по двойной ставке. По тройной. И сам идешь с нами. Если она тебе не доверяет, то и я тоже. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхенд, пойдешь с нами. Да без проблем. Сейчас допью. Поехали вниз. Вот так! Отлично! Вертолет? Серьезно? А вот на этот раз мы... Мне этого не хватает. Есть еще кто? А что, лут можно подбирать? Нет! А, нельзя. Так я и думала. Еще делать, да? А, уходим. Надо выбираться. Хочешь это поиграть? Ой, блядь, прикольно. Мне нужна помощь! Хороший был бой. А тебя все-таки есть польза. Быстро в лифт! Когда мы закончим, хоронить будет нечего. И чё? Сколько тебе еще ждать? Я тут немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне. Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист, ты не знаешь. А куда идти? Стреляй! Ой, блядь, валит, пиздец. Хорошо. Скорей! Надо
Валим отсюда. И байкшн пошел. Так, ну что там? Так, за нами хвост. Арасака! Если попадут по машине, нам пизда! Блядь, что это, блядь? Да, блядь. А вот это было неплохо. Блядь. Блядь. Что дальше? Их надо скинуть. Справа переулок, сверни. Ну что, держишься? Ну вот, кажется, и все. Брошим где-нибудь машину и поболтаем. Надо вытащить из Арасаки. Нетранершу из ITS. Альтканинген. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да, отвлечем их. Немного пошумим. Я звоню Нэнси. Она знает, как собрать толпу. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Сака, блядь, что за хуйня? Количество человек, пострадавших во время беспорядков, по-прежнему остается неизвестным. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходится в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да. А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас мало времени. Центральный компьютер. Надо. Это чем-то. Только не меня! Я слишком живу! Прикройте меня! Перезаряжаюсь! Блядь, это заебал! Вставай! Ой! А куда идти? Секунду, я что-нибудь придумаю. Прикрой меня! Закончим по-быстрому. Вижу четверых. Внимание, идут сюда. Нам сюда идут четверо. Приготовиться. Обойдешься. Ты не спрятался, где, там куда? Упазняк. Пали его! Ну, да. Слушай, это было круто.
Что это такое? А это этот убежал? А куда нам? Идем тихо, потому что они нас не заметят. Не понял. А, нет, это тупик, блядь, что, блядь? Не подставляйся под турель! Так... А где он? Почему мы его взяли? И что делать? Активировать взрывчатку. Три, два, один. Идеально. Отойди оттуда. Нападение на собственность корпорации! Здорово. А чё, эй? Уху, блядь. Ничего себе, жирный, блядь. Вот так! Отлично! Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сайт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты хуям. Альт. Альт. Нет, только не это. В душевую пошла. Сука. Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это все, что мы можем. Рассказы. Не изменишь. Она не... Прекрати уже! Убить его хочешь! Нам надо идти. Джонни! Она умерла. Ну, говори, а то лопнешь. Да. Тебе тогда не присвоили звание мудак года? Да ты, блядь, про что сейчас? Про Альт. Ты всегда так себя вел? Поговори еще тут про Альт. Ты чё, блядь, другой флешбэк смотрел? Да я ради нее разъебал Арасака Тауэр. Интересно, зачем? Правда, ты же ее, считай, послал. Сказал, что нахую ее вертел во всех возможных смыслах. Ты вообще слышал, что она мне говорила? Могла ведь просто уйти, но нет, сперва по яйцам вдарила. Да похер. Вы, наверное, друг друга стоили. Ясно, что у вас был бурный роман. Дальше вникать не хочется. Вот и не вникай. Только как в итоге Альт нам поможет? По-моему, ее убили. Она не умерла. Она ушла. Сбежала. Ну, я же видел... Она ушла от них в сеть. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей
ничего не сделает. И вообще попросила больше ее не искать. И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто чтобы найти Альт и поговорить с ней. Ты, наверное, не потянешь. Пиздишь, блядь, не потянешь. Я тут, блядь, чуваку столько раз я полгорода расхуярил, нахуй. Да и без ваших атомных бомб, блядь. Я, блядь, сам как атомная бомба. Так что? У нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Но она с акцентом разговаривает. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Началось, блядь. Блядь, сколько можно, ёпта. Я уже хочу, блядь, пиздить кого-то, блядь. Убиваться. Туда, где уже нет границ. О, блядь. За черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты пойдешь туда. Ты один перенесешь код на ту сторону. Видимо, выбор у меня небольшой. Але. Как мне перейти на ту сторону? Лежит. Съебались мы. Опять киданули мне. Придешь черную зону. Черный заслон. Чего за херня, блядь? Альт! Джонни. Джонни. Хуёни. Тебе нельзя здесь? Хоть Джонни, да. Альт Каннингем. Альт, что происходит? Ой, бля. И чё? Здесь мы поговорим. Спокойно. Я сам с ней поговорю. Джонни. Ты прошла за черный заслон, только чтобы меня увидеть. Чеброни. Значит, все нормально? Ты не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви — это Альт, лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт — это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Этот чип постепенно меня убивает. Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети. Я вижу. Почему ты считаешь, что мне это важно? А хули нет-то? Это ты создала душегуб. Ты вручила Арасаке ебучее супероружие, которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт-Сити. Ты погиб исключительно по собственной воле. Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой. И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да. Альт Каннингем, которую ты пошел спасать в Арасака Тауэр, больше не существует. Ты должен знать это лучше всех, потому что ее смерть на твоей совести. А ты кто, бля? Ладно, я понял, ты ненавидишь Джонни. А что насчет меня? Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. В смысле? Это же твоя программа.
ты создала душегуб? У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Так ты знаешь, как можно мне помочь? До сих пор все говорили, что мне уже ничего не поможет. Все это Андерс Хельман, который работает с Жополизом у Сабуру. В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Пиздюлей всем, брат. Даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми. Это часть нашей сделки. Ты все-таки смог выжить. А то, бля. И без твоего участия. Я не советую принимать это на свой счет. Нам нужен был только конструкт Сильверхенда. Тебе не повезло, ты впутался по воле случая. Поэтому вы решили меня кинуть? Так у вас дела делаются. Может, мне стоит предупредить Альт? Ты еще смеешь меня получать? Нет, я слишком дорожу своим временем. Слава богу, сделка закрыта, и мне больше не придется с вами работать. Тогда убирайся. Хуела, бля. Куропатка, бля. А он сохранится. И на этой замечательной ноте, конечно, мы заканчиваем свое видео. Подписывайся на канал, ставь лайки и комментируй душаль в соцсетях обязательно. Так что пока.